вчерашнего дня претензий к ним не было, расследование проводится. Они получены нами 1 мая. Ростех пытается нарастить объем, вот, то, разумеется, это не может не сказаться на качестве этой продукции, с учетом того, что технологические мощности самого завода, они достаточно ограничены. Но нового контингента, вернее, новых сотрудников в таком объеме, который требовался, вот, рост объема производимых аппаратов, разумеется, не произошел.